Літній період довгоочікуваний, орієнтований на відпустку, на відпочинок. Але ж ми дуже часто зіштовхуємося з такими проблемами, як сонце, надмірне сонце. Якщо нас вкусила комаха, наприклад, бджола чи там змія, якщо може таке статися. І все, ваш відпочинок зіпсовано. Що ж зробити, аби не наражатися на небезпеку? Саме з цим питанням звертаємось до Олени Агафонової, кандидата медичних наук, доцента кафедри педіатрії та медичної генетики Дніпровської медичної академії. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пані Олено. З приводу сонця, літа і усього решта, багато хто говорить зараз про те, що на сонце взагалі краще не виходити, якщо є у вас така можливість. Бо сонце активнішим стало останні роки і можна сказати про те, що воно навіть небезпечне. Чи справді це так? Адже ультрафіолет нам теж потрібний. Конечно, ультрафиолет нам очень важен, потому что под действием лучей ультрафиолетовых вырабатывается витамин D, который сейчас признан основным витамином, обеспечивающим наше здоровье. Но тем не менее, солнце активное всегда в июле, в июне, менее активное в августе, но тем не менее тоже активным оно является. И это каждый год, но этот год нам преподнес вообще вот сюрприз в виде недавней жары до 39 градусов. И да, в такую время суток, когда температура максимальна, то есть это где-то с 11 до 17 часов, на улицу выходить не рекомендуется. Особенно это касается детей и пожилых людей, которые особенно восприимчивы, и у них легче всего возникает солнечный и тепловой удар. Ось такі вразливі категорії, і краще, звісно ж, не потрапляти, але є такі випадки, коли треба. От людина так чи інакше, можливо, не хотіла, можливо, треба було, але потрапила під палюче сонце і, наприклад, сонячний напад стався з людиною. Що тоді в таких випадках робити? Чи є рекомендації, які можуть полегшити стан людини саме в той час, коли з нею сталася така неприємність? І що робити потім, аби допомогти цій людині? Ну, во-первых, если уже так случилось, что вы должны выйти на улицу в такое время, когда высокая температура окружающей среды, к этому нужно подготовиться, то есть не выходить без головного убора, либо предохраняться от солнечных лучей зонтиком. Но у нас это сейчас не принято, зонтики от солнца, все-таки головной убор – это более реально. А кроме того, нужно обязательно взять с собой воду, и хорошо бы взять заранее подготовленную охлажденную воду. Для чего это нужно? Не для того, чтобы ее пить. Пить как раз холодную воду в жару не рекомендуется, а вот охлаждать себя, то есть просто приложить вот эту охлажденную бутылку к сосудам шеи, то есть боковой поверхности шеи, и это тоже будет охлаждать кровь, которая протекает по сосудам, и тем самым немножечко охлаждать и наш организм, и предотвращать возникновение теплового удара. Я хочу еще сказать, что есть разница небольшая между солнечным и тепловым ударом, потому что солнечный удар – это нахождение под действием прямых солнечных лучей, то есть когда действуют инфракрасные лучи солнца, и они прежде всего действуют на наш мозг. И возникает кислородное голодание, ну и потом все возникающие симптомы. А вот тут понятно, тут человек скажет, что я находился, да, я стоял под палящим солнцем, без головного убора, не в тени, и вы уже видите, что это привело к солнечному удару. Явно видно, що там сталося. Да. Так. А тепловий удар – це перегрівання всього організму, і він може возникнути навіть тоді, коли ми, в общем-то, і не думаємо об этом. Це може бути переповнений транспорт общественный, там, где плохая вентиляция воздуха, но высокая температура. Это может быть, если человек находится возле какого-то источника тепла очень долго. Хотя симптомы теплового и солнечного удара, в общем-то, они практически одинаковы. И если к солнечному удару мы можем как-то подготовиться, то к тепловому здесь, конечно, похоже, мы не сможем не ехать в транспорте, если нам это нужно. Первая помощь, которую нужно оказать, это, конечно, постараться убрать вот этот источник, то есть либо прямые солнечные лучи и человека поместить в тень, либо вот это отсутствие воздуха, избыток тепла. Хотя бы, конечно, проветрить. И вот я отвлекаюсь, может, немножко скажу, что рекомендуется в помещениях, когда в рабочих помещениях проводить проветривание. Естественно, если есть возможность включать кондиционирование воздуха,
воздуха и вентилятор. Ну и могу поделиться маленьким таким секретом. Иногда это как домашний кондиционер. Если заморозить бутылки с водой пластиковой, а потом поставить их на стол и направить на них вот этот поток воздуха, вентилятора, то это тоже немножечко заменяет, воздух станет менее... Холоднейший, да, так? Да, прохладнее. Будет. Если нет кондиционера, ну хотя у нас мы сейчас уже от отсутствия кондиционеров не страдаем. Кроме того, немаловажно, что пациента, пострадавшего от теплового или солнечного удара, нужно уложить. Вообще желательно вызвать, конечно, скорую помощь, потому что сами окружающие вряд ли определят, какая степень. Есть три степени теплового солнечного удара, третья – это очень опасная, тяжелая степень. Определить это может только медик. И поэтому до приезда вот скорой помощи или до прихода врача нужно уложить на плоскую поверхность пострадавшего, но под голову подложить ему подушку. Невысокую, но небольшую подушку. Освободить его от одежды, особенно, да, вот я хочу еще сказать о тепловом ударе у детей. Иногда мамы имеют такое свойство перекутывать детей, и это не обязательно летом в жару. И это тоже может привести к тепловому удару. Нужно об этом помнить. Ну, зимой вряд ли, а вот осенью, да. Тогда, когда кажется, что уже холодно утром, а днем жарко, и вот этот перегревшийся ребенок, тоже может быть тепловой удар. Нужно попытаться напоить пострадавшего, но это зависит от его состояния, потому что в тяжелых случаях может возникать рвота, поэтому поить осторожно, буквально два глотка, и посмотреть, какая реакция. Рвоты нет, можно тогда продолжать поить. Прохладный компресс на лоб можно укрыть влажной простыней всего пострадавшего, если это тепловой удар. Ну и, в общем-то, даже приїзда скорої допомоги. Якщо ні, то от поїть. В деяких випадках на потилицю кладуть ще прохолодну серветку, чи це допоможе, чи ні? Чи не треба цього робити? Це не має значення, можна на лоб, куди угодно. Це головне, що це прохладний компрес, який охлаждає голову і тіло. Чи можуть бути наслідки від теплового нападу, чи від сонячного протягом життя вже в людини? Чи їй краще сторонитися активного сонця и сторонитися тепла? Конечно, если уже был тепловой солнечный удар, и человек знает, что он предрасположен, вот именно в этом случае до 11 часов выходить утра, если есть такая необходимость, после 17 избегать транспорта общественного, перегруженного, ну и так далее. Потому что, к сожалению, в тяжелых случаях, я уже говорила, что три степени есть солнечного теплового удара, при третьей степени до 30% пострадавших погибают. Это не такое легкое состояние и безобидное. Дуже тяжко переносять. Звичайно, це складно і складно лікується, і треба, звичайно, бути під наглядом лікаря. Це теж про це треба пам'ятати, що ви не пересиділи, не перележали вдома, так? А обов'язково звернутися до лікаря навіть через деякий час, якщо не було можливості одразу викликати швидку, можливо, людина десь знаходиться в полі, я не знаю, там десь в лісі, так? То да, конечно, с семейным врачом по этому поводу посоветоваться необходимо, потому что, еще раз повторяю, что в основе лежит солнечного удара воздействие инфракрасных лучей, гипоксия, гипоксия мозга. Гипоксия мозга – это не безобидное состояние, и в тяжелых случаях это может привести к судорогам, потере сознания. И тепловой удар – то же самое, нарушается терморегуляция, нарушается работа органов, которые вот способствуют терморегуляции, потоотделению, это работа почек нарушается. То есть это не так безобидно, как мы привыкли. Легкая степень, да, но кто может определить, это легкая, средняя или тяжелая? Только медик. С приводу кондиционирования, насправді влітку хочется прохолодных напоїв, хочется, чтобы было прохолодніше. И обов'язково з жаркого приміщення вийти и облитися холодною водою. И, звичайно ж, можна захворіти. С приводу того, як влітку берегтись і не захворіти, от якраз наступне питання, що ви порекомендуєте в такому випадку? От по поводу кондиціонування, от це різка зміна температурного режиму, тобто, коли ми із
с улицы, скажем так, где температура достигала 40 градусов, и мы попадаем в помещение, где хочется, чтобы 18. Было... Да, вот 18-20, я хотела сказать 20, то, конечно, нам это приятно, но это небезопасно для здоровья. Потому что на самом деле считается, что разница между температурой снаружи и температурой внутри должна составлять 5 градусов. Но это нереально, ну, потому что если 40, а здесь будет 35, это тоже некомфортно. Поэтому мы говорим уже о том, что пусть это будет 15 градусов, но не больше. То есть если это 40, то в помещении 25, но не 17-18. Кроме того, нужно избегать вот этого потока прямого воздуха из кондиционера. То есть нужно находиться где-то в том углу, где прохладно, но нет вот этого прямого потока. Особенно это касается детей. И кроме того, у нас есть такая привычка не выключать кондиционер и ночью. Ну, взрослые, если им так удобно, они могут это делать, а для детей это нежелательно. То есть помещение, где находится ребенок, охлаждается, и после этого кондиционер выключается, и ребенок там находится. Угу. Это вот во избежание. Кроме того, нужно еще помнить о том, что кондиционер может быть источником различных болезнетворных бактерий, его нужно чистить, не забывать об этом. То есть регулярно он должен чиститься специалистами и дезинфицироваться. То, что касается напитков, то пить нужно очень много, 2 литра в сутки минимум, но это не должны быть холодные напитки. Холодные напитки, особенно если это напитки молочных, молоко часто, употребление холодного молока ледяного приводит к развитию тонзиллита острого, к обострению хронического тонзиллита. Вот то, что мы раньше ангиной называли, очень часто возникает. И холодные напитки тоже могут провоцировать различные заболевания горла. И вода легче, лучше усваивается не холодная, а прохладная. Такая комнатная температура чуть-чуть может быть прохладнее, чем комнатная температура. Угу. Ну, звичайно, якщо ми все це будемо розуміти, ну, для чого наражати себе на небезпеку? Навіть якщо нам нібито приємно зразу, так, і ви випили холодного, ми зайшли в холодне приміщення, то треба розуміти, що це нам потім дасться в знаки. Можемо захворіти і все. Для чого нам зіпсувати літній відпочинок, який може бути взагалі чудовим, так? А особливо, якщо ми кудись поїхали, далеко від дому, ми розуміємо, що там може бути не такою медична допомога, до якої ми звикли, наприклад, так, не довіряємо ми тим лікарям, які є там. Ну, звичайно, лікарі скрізь будуть намагатись вам допомогти, але все одно краще вже бути вдома, так, і розуміти, що така ситуація з вами не повинна статись. Звісно, я хочу сказати, що краще всього вам допоможе той врач, який вас знає, який вас наблюдає хоча б кілька місяців, я вже не говорю кілька років, а доктор, який сталкивається вперше, неотложну допомогу оказати можна. Но далі, як буде себя вести ваш организм, это только тот врач, который вас наблюдает постоянно, может сказать. Так, с приводу того, тих комах, чи там, наприклад, змія, якщо може вкусити, десь на природі люди часто бувають зараз, можуть поїхати до річки, можуть бути в лісі, так, і там може бути така небезпека. Це можуть бути кліщі. Давайте трошки з вами поговоримо про ті випадки небезпеки, які можуть очікувати. Звичайно, треба вдягатися, треба, можливо, з довгим рукавом там, чи вдягати, взувати взуття, яке буде захищати вас. Але ж дуже часто не буває на людині того, що хотілося б мати. І ми, особливо дітей, наражаємо на небезпеку. Вкусило щось, вкусило, дитина може навіть не помітити, що, потім батьки дивляться, що розпухло, дивляться, що невідомо щось сталося і не знають, що з цим робити. І комарі теж можуть бути небезпечними. Як бути, як надати першу допомогу, як оглянути дитину правильно і як звернутися до лікаря, до якого саме? Ну, действительно, сейчас различных насекомых, которые
нас кусают, и мы потом видим просто этот укус, даже не знаем, что нас укусило, это очень много. Да, мы больше всего боимся и уделяем внимание клещам, хотя наш регион не является эндемичным по клещевому энцефалиту, но мы все слышали вот о болезни Лайма, которую переносят клещи. Ну, к счастью, заболеваемость ей у нас невысока. Но, тем не менее, нужно опасаться укусов клеща. Для этого, если вы находитесь на природе, то вечером мама как-то моет ребенка, она его должна полностью осмотреть внимательно, и если это клещ, то она его увидит. То, что касается других, ну, я уже не буду, да, сейчас говорить о том, что ну, клещ, его нужно, клеща нужно извлечь, естественно, и есть... по возможности его доставить в санстанцию, где определят, мог ли он быть источником болезни Лайма. Но здесь, если так не получилось, не удалось, ничего страшного, потому что лечение все равно будет тогда, когда будут симптомы. А если появляется повышение температуры, какие-то симптомы заболевания, тогда доктору нужно сказать, что был укус клеща, и доктор будет решать, просто да, как лечить. Просто уважнейшим треба бути, звичайно, дивитися, що з вами сталося. Да, потому что до того, как появятся симптомы, все равно никто не будет лечить пациента, даже если этот клещ оказался опасным или угрожаемым по болезни Лайма. То, что касается других укусов, очень часто, да, мы просто видим укус, покраснение, иногда это может быть папула, иногда кольца, кольцевидная такая сыпь. В этом случае первая неотложная помощь. Если это случилось, вот у вас на глазах, вы увидели укус, и появляется красная пятно, приложить холод, дать пострадавшему антигистаминный препарат противоаллергический. В каждой семье есть, и отправляясь куда-то на отдых, будь это море, будь это где-то за рубежом, будь это у нас здесь за городом, все равно нужно обязательно при себе иметь в аптечке вот этот антигистаминный препарат, который подходит вам, подходит вашему ребенку. Нужно дать антигистаминные препараты, длительность его приема от 3 до 5 дней. В зависимости, если уже следов нет укуса, то 3 дня достаточно, но 3 дня принимать нужно. Кроме того, кроме холода, который приложен местно, можно приложить полуспиртовый компресс, то есть спирт пополам с водой. Можно обработать борным спиртом, он снимает зуд, уменьшает зуд. И, кстати, антигистамины мы даем частично за счет того, что, для того, вернее, чтобы уменьшить зуд, уменьшают зуд. Можно делать примочки с содой, столовая ложка соды на стакан воды, и такие примочки, приложить эту влажную тряпочку после того, как она высохла, снова намочить и так далее. Если это не проходит вот эти мероприятия там, в течение суток, они не приводят к результату, не уменьшается проявление укуса, наоборот, увеличивается, нужно показаться врачу. Можно семейному врачу, можно дерматологу, он определит, что произошло, потому что при укусе там оказывается тройной эффект – аллергический, токсический и еще инфекционный. Но если вдруг... Так получилось, что доктор далеко, вы не можете показаться, а укус большой, покраснение большое. Я рекомендую мази с антибиотиком и гормоном. Есть такие мази, там, где вместе содержится антибиотик и гормон. Это и исчезновение аллергических проявлений, и инфекционных, если там есть. Тобто ми одразу можемо позбутися тих всіх симптомів, про які ви казали, і позбутися і бактерій, так? Які, можливо, потрапили туди, якісь негативні, так? І, можливо, ми зменшимо той зуд, який є. Це все стосується і укуса змії? Бо зараз багато дуже змій. Чи це зовсім інше? Ні, це зовсім інше, це тільки укуси насекомих. Причому це укуси насекомих, які не є ядовитими. От змія, деякі види пауков, вони відносяться до ядовитим. Тут просто необхідно, можна приложити холод, це уменьшить, сузить сосуди, уменьшить вот эту скорость распространения яда, но больного нужно немедленно
нужно доставить в поликлинику. Вот те мероприятия, которые говорили раньше, мы слышали, отсасывание яда из ранки, там, перевязка жгутом, угу. Все, это все малоэффективно, и это приводит только к утрате времени, поэтому немедленно пациент должен быть доставлен в ближайшую больницу. И там уже ему будут введены специальные сыворотки. Так, зрозуміло. Тобто, насправді, треба самому поменше. Те, що ми можемо зробити, це, можливо, там спиртовий розчин, так? Ну, трошки, якщо це рана. Холод. Якщо це рана. Якщо це рана, обработать, звісно, да. Я не сказала об этом, но любая рана у нас обрабатывается, это либо перекись водорода, либо спиртовый, каким-то антисептиком мы обработать ее должны. Положить холод и немедленно отправляться в ближайшую поликлинику. Но, к счастью, у нас нет таких змей, которые, ну, после укуса которых прямо в течение нескольких минут развивается смерть и так далее. Поэтому не нужно паниковать, но нужно обратиться. Ну, так, звичайно, ніхто не помре, але треба розуміти, що ми повинні зробити все, що від нас залежить, аби людина просто була здоровою, щоб позбутись усіх тих неприємних симптомів, які з нею можуть бути. Я вам дуже дякую, пані Олено, насправді поговорили багато про що. Мабуть, це такі найсерйозніші моменти, з якими зіштовхується людина влітку. І, звичайно ж, ми хочемо усі бути здоровими, хочемо, щоб нас нічого не турбувало, щоб і відпустка, і щоб ці теплі, чудові дні, які кожного разу ми чекаємо, чекаємо літа, щоб вони не приносили нам неприємності. Ну, звичайно, якщо ми будемо прислуховуватись до того, про що ви тільки що сказали, то ми лише будемо здоровішими і наші такі теплі дні збережемо на згадку як добрі, а не як про те, що з нами щось могло статися. Да. Тому будемо всі здорові. Да, я теж хочу пожелати всім здоров'я і щоб ні з ким не случились ті напасті, о которых ми сьогодні говорили. Так, будемо все робити, щоб не сталося так. Ну що ж, дякую дуже вам, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.